Красном углу ринга Михаил Новокшанов. В синем углу ринга Павел Архивов, спортивный клуб «Фортен». Это бой за третье место в весовой категории 56 кг. Молодец, Паша. Спокойно, спокойно, Паша. Не кидай, не кидай. Отдай мне ножки. Ножку, ножку, обстреляй. Чешки понабирай. Эдик, это за третье? Да. Корень защищает. Давай, Паша, давай. Паша, давай. Тяжело, давай. Ножкой. Ножкой закончил. Вот, ноги, точнее. Давай, Паша. Да, давай. Волю защищает. Волю защищает. Ну, хорошо, молодец, Паша. Давай, Паша. Ручками отдай. Дай. Не кидайся, на... доворачивай на ноге. Наворачивай на ноге, Паша. Наворачивай, длине, длине ударчик. Ну, отдать, вот хорошо. Папа, папа. Паша, печень пробил. До конца разворачивай. Наворачивай к ножке, Паша. Паша, Паша. Паша, больше ударь. Больше ударь. Скажи, поменяй больше удара. Обманывай, обманывать нужно. Сейчас это кончить. Ой, точнее. Что кому? Да, да, да. Да, буду секундировать. Дрончик, Глеб, посекундируйте Эдика. Сани, финал. Имея первый юношеский разряд, технический разряд «Зеленая перчатка». Тренируется в клубе «Созвездие» под руководством Сергея Булатова и Александра Сидоркина. Опять нога!
Точнее, Паша! Не отпускай, Сухва! Вот хорошо, Горбут, молодец, и все! Ой, голова хорошо, молодец! Стоп-команды не было! Паша, все нормально. Не было стоп-команды. Уважаемый Сухва, спортсмен синего угла превышен. Так это второй. А, это второй? Да. Тренер, сюда не подходит. Там секунду. Извините, пожалуйста. Да. Как я пойду? Дрон, ты секундируешь? Поставь на паузу. Поставь на паузу. Лежал Павел Архимов,
приглашается 23-я пара.